черный, самый младшенький. Уходила мама коза каждый день на базар. Как только уйдет, козлятка заходит из ушку. Это лоб истины, дети. Маленькие козлятки. Волк и семеро козлят? Ты любишь, да, эту сказку? Целых семерых козлят. Всех семерых растила в любви и заботе. Нажимом. И вот на примере этого грязнулики я покажу, как зубная щетка удаляет с него налет. Видите? Он стал чистым. Чтобы между зубами не оставалось частичек пищи, нужно пользоваться зубной нитью. Это довольно простая процедура. Нужно провести аккуратно нить между зубами. И вот, частичек пищи не осталось. Теперь зубкам ничего не угрожает.